Значит так, я прибыл сюда минут где-то 45-50 назад. Здесь были два сторожа с дебаркадером, мы лично с ними знакомы. Это дядя Вова и еще один товарищ. И еще один гулял незнакомый нам молодой человек, спортивного телосложения, крепкий такой. Вот. Я, спускавшись со второго этажа, заметил, как он заносит на борт трос. Я как бы догадался, для чего здесь этот трос, и сразу же через телефон мобильный в лагере дебаркадера в группе ВКонтакте я выложил надпись о том, что дебаркадер собираются сносить, значит, общая тревога и так далее. Вот. Мне позвонили сразу ребята, сразу как бы мы здесь организовались, вот те, кого вы сейчас здесь можете видеть. Вот. Трактор, в общем, пытался дернуть, мы его сначала не стали препятствовать, расслабились, потому что он первые раз пять, наверное, дернул, у него трос порвался. Потом он дернул, они успели снести две опоры. И мы сразу же, кстати говоря, вызвали милицию. Вот прибыл участковый местный с еще одним товарищем. Вот. А трактор уехал. А мастер, трос, который в тракторе был, да? Нет, мастер просто ходил, трос крепил. Пытался. А вы почему указания действовали сегодня? Директор своего. А кто у вас директор? Вы прекрасно знаете. С кем заключен контракт? Все, то есть вы те, кто выиграли контракт по сносу, да? Да. Все, понятно, спасибо. Настя, блин, бедная, второй раз. Я вырезал потом просто.